Ну что ж, всем привет, друзья. Мы продолжаем наш Resident 4 ремейк. Я, короче, не знаю, куда ведет подвал, но вот тут есть сокровище. Это надо вот так пройти, да? Или это в подвале? Или это где? Вот это что? Не знаю, что это. Давайте посмотрим вот тут. Тут где-то... Ну вот оно. Только я не пойму. А, запертый ящик. Допустим. Так. Короче, у нас есть ход наверх. И у нас есть эмблемы на надгробиях. Близнецы. А как выглядят близнецы, не понял. Элегантная заколка, это я продам. А как выглядят близнецы? Ладно, пошли постреляем. На надгробиях. Да? Ну это сюда. Это, так понимаю... Да открой, почему ты закрылась? Я так понимаю, это вот эти знаки, да? Это не близнецы. Это тоже не близнецы. Какого знака я еще не... В какой знак я еще не стрелял? И это не близнецы. Понятно. Так. Ну, чуть-чуть потратились, конечно, да, по патрончикам. Блин, знаешь, мне кажется, чего тут не хватает на самом деле. Этих... Глушителя. А вот мне теперь куда? Мне в подземелье или мне наверх? Ничего не пойму. Мы сейчас посмотрим, что здесь. Здесь у нас флешка. Опа. Опа. Аж интересно. Ну все, значит, идем нам, короче... вниз, как я понял. Нам вниз, а вот куда мы... Куда мы пойдем? Так, давай перезапишемся. На всякий. Нам надо было не так, конечно, сохраняться, но ладно. Стоп. А карта... Это карта светилась? Или это глюк? А, все, это глюк. Ой, бля. Зомби. Мертвецы, кто тут будет? Ага, это понятно. А это, по идее, можно открыть. Да. Значит, назад мы сюда вернемся по-любому. Лаго. Озеро. Что-то не нравится мне это. Заткнись. Я нечаянно. Красиво. Да ты сдохнешь. А, я не попал. Теперь попал. Да сколько вас вообще? Так кто его знает, чувак. Вот этого добей в ногу. Вот эти, по-моему, которые встают, они... Ты гля, какая скотина. Не, я бочечку оставлю. Я бочку оставлю. Япона, мать. Не, ну я слышал, что он идет, поэтому я был готов. По-моему, ты, чувак, чуть-чуть про это промазал. Тебе не кажется?
Ебать. Пошла ты. Не, я сейчас это утаюсь. Вон я могу сюда спрыгнуть. Бля, пистолет имбище. Пистолет имба. Короче, смотри, мы сейчас прыгаем сюда. Убираем ящик. А, вылазим наверх. А, так подожди. А, но я все равно пропустил. Там вон сюда. Тут сокровище я видел. А зачем я это сейчас сделал? Блять, и вот что-то. Фак, ладно, сейчас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, два крита. Два крита в ряд. А, давай вернемся, погоди, тут где-то. Ты чё, блять? С дороги. Откуда оно взялось? А, ну это где-то... Погоди. Это либо внизу, куда то сокровище упало. Либо, я не знаю, сейчас посмотрим вот тут. А, ну я его уже прошел, это все, это внизу. Внизу. Может, я слезть могу? Вот сюда, допустим, Леон, прыгай. Не? Ну и хер с тобой. Ой, с патронами беда, понимаешь. Хотя надо посмотреть, сколько пороха. Надо патронов сделать. Порох. Да, я если б знал, что будет настолько правда, что просто... Я бы поставил хард сложность. Я просто забыл, что у нас будут эти. Вон сокровища. А, нет, не сокровища. Ну, короче, где-то под нами. Я забыл, что у нас, короче, будут эти хрени на улучшение оружия. И поэтому я как-то не расценил. Блять, мне что-то не нравится. Бля, открытая локация. Тут что-то будет. А у меня... Так, ну смотри. Да кто ж способен поднять такую штуку? Блять, лучше б я не смотрел. Синие медальоны. А, они начинаются отсюда только. Ебать. Блять, надо было гренку кидать. Такая уворотливая или чё? Так, что мне делать? У меня 4 гренки, 1 флешка. По патронам. А, у меня на ТМП нет. Давай... Блять, не знаю. Что эту сделать еще... А, подожди, у меня гранат. Нихуя, у меня 4 гранаты. А, ну правильно, я так и сказал, 4. Ой, что-то я... Очкую. Я не передам словами, как я сейчас очкую. Я просто понимаю, что может реально сейчас тут быть. Ага, подожди, я где-то... Стой, я запутался. Я... Где я патроны пропустил?
Сзади? В смысле? Подожди. Где-то тут патроны. А. Слепой. Бля, там кто-то рычит, реально тебе говорю. Конкретно кто-то реально рычит. Это тут? А, уже не рычит. Нет, рычит, блядь. Ебать, там кто-то большой. И он конкретно... Стоп. Опять где-то... Опять где-то висело. Все. Блять, медальон. Ой, где он? Вот он. Сведение. Есть контакт. Как же он рычит? Я тебе отвечаю. Но у меня нет этого ключа. Тут ключ другой. Это уже третий, да? Или четвертый? Торговец. Торговец, понимаешь? А, так может это ты? Может это ты храпишь, а не кто-то там рычит? А, все. Забей. Все, тут торговец. Там... Там не торговец. Так, смотрим, что тут есть. Шестигранная деталь. О, я гляжу, ты выполнил просьбу. Отлично. Лифт. Тут оружия хватит на целый отряд. Так, бери. Так. Ну, это понятно. Это понятно, это понятно. Отлично, чужак. О, что покупаем? Ничего, ремонтируем нож. Блять, ну я дробовик не хочу качать. Снайперка мне не нужна. Дробовик, ладно. Держи. Он очень хорошо вырастает. Все, как ты хотел. И... Но дробовик может лучше какой-то выпасть. Так, вот друг, это. Мы начинаем и вот это. Разбираться в твоих. Ага, так, перезарядку. Это очень тонкая работа. Все, пистолет у нас фулка. ТМПшка фулка. Заколка, кольцо. Забирай. Славно, приходи в любое время. А что за лифт? Че это? Что за шляпа? Привет, чужак. Кажется... Торговые автоматы, три серебря. Не, спасибо, не хочу. Как-нибудь потом это я сделаю в этом вне записи, чисто так постреляю, посмотрю, что оно дает. Не вижу смысла просто. Я откуда вообще пришел? А куда мне вообще надо? Давай начнем с этого. Ну вот. А вот это что тогда? Не понял. Не понял я немножечко. А вот это тогда что? И тут есть сокровище. Где-то, кстати, впереди. Где-то, кстати, тут. Не подойдет. Катастрофически не хватает отмычек. Вот хоть что ты не говори, не делай, отмычек здесь не хватает. Это кто? Что за звук? Так, а что у нас здесь?
Кто тут, блядь, купается? Что за звук? А, подожди, это звук куклы. Где она? Ебать, как ее спрятали. А как мне наверх попасть? Не понял. А, ну тут я был. Мне, короче, где-то тут сокровище. Вот где-то... Непонятно, кстати, где. Блядь, где-то в уголку. Не, ну я ж не могу так просто уйти. Оно где-то, как я понял... А, вообще не тут. Ну. Блядь. Это не сокровище. Это не сокровище. Все, пошли. Да не сокровище, это гребаный ящик. Я опять, короче, затупил. А мне куда? А, подожди. Но мне туда, но тут можно посмотреть. Ну, понятно, это эти местные. Это полицейский? Блять. Да не говори. Ну, это, скорее всего, один из полицейских. Ебать. Что за хрень? Рыба. Очень огромный рыб. И... Чё с ним делать? Так, ну я пока вниз не прыгаю. Я пока тут лутаю. Топливо для лодки хранится рядом с горючим для генератора в производственном здании рыбопитомника. Бери больше, понятно. А, что там? А, это вот там. Ну, давай сюда сходим. Может, тут что-то будет. Сохранение. Ебать. А это что тогда? Короче, давай тогда, да. Давай разберемся полностью здесь. Блять. Мать вашу. Да, я тоже испугался. Сука, как это неожиданно было. Убил. Повезло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Помедленнее. Да ты, блядь, дельфин, мать твою. Успею? Успею. Полежите, бляди. Сука. Как же на больших много уходит ресурсов.
Короче, вот тут сейчас осмотримся. А там, я так понимаю, мне наверх. О, граната есть. Боже, как это прекрасно. Я не пойму, куда мне на... А вот тут тогда что? Это что прилетело, блядь? Стрела? Топор? Не, ну стрела вряд ли. А там кто его знает? Может, тут какие-то арбалетчики? А, это, короче, чтобы я мог вернуться назад. Все, я понял. А я тут не могу залезть? Где эти черти? Они не идут? Там сзади что-то или спереди, я не пойму. Блять, в натуре арбалетчик. А не, не встанет, я думал встанет. Что тут? Ничего. Ну, тут я ничего не вижу. Я имею в виду такого лута. Это я назад вернулся, да? Да. Главное, чтобы не было... Чтобы больших не было. С этими я справлюсь. Я встал. Один есть. Снайпер. Сдохни. Ай, ля как мчит. Все, готов. Блять, еще один. По идее, тоже готов. Неожиданно. Чувак, у меня патроны кончаются. Так, один медальон тут. И один медальон тут. Все нормально. Иди ты нахуй. Почему их так много? Почему их... Ну, я слышу. Все, задание я выполнил. Где оно сигналит? А, наверное, впереди. Подожди, а как мне наверх залезть? А, все, вижу как. Лестница, короче, там. Лестница, короче, вот тут. Я вот думаю, может, мы обойдем? Нет, не обойдем. Придется обезвредить. Жалко, знаешь, что нельзя? Обезвредил вот так, а потом раз и натянул ее снова. Ну, в принципе, в нее можно стрельнуть, по идее, как. По идее, в нее можно стрельнуть, и она взорвется. О! Она сама прилетела. Порох. Мне это, конечно, все очень нужно, что тут. О. Ой, что я делаю? Не ту кнопку. Не та кнопочка. Я надеюсь, сзади никого нет. Не, нормально. Яйцо. Топливо для лодки. Ага, то, что нужно. Да погоди, я еще... Не закончил. Ну и сюда тоже отмычка, да, нужна? А нет. Вот. А вот. Подожди. Вот.
Это тут где-то опять? А, нет, это внутри. А, вижу. Пиздец. А, это жетоны на этот теперь, да? Подожди, давай патроны делать. Давай делать патроны. Ну, пор, блядь. Пороха, знаешь, достаточно. Надо, короче, что-то убрать на склад. Допустим. А, я только рядом с машинкой это могу делать, да? Ну, гадюк, я сейчас сплавлю этому торговцу. Да, с патронами беда. Мне реально не хватает патронов. Патронов мне реально не хватает. Тихо! Ебать, за малым не взорвался, блядь. За малым. Это сука. Все. Ты кахедло, блядь. Я по звуку понял. Блять, ну бабка и так серьезно, а еще и с арбалетом. Я вообще хотел вот это забрать. Ну сейчас, погоди. Пусть он уже ко мне залезет. Где он? Давай, 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 быстрее, чувак. На тебе, сука. Кахедло, блядь. Вот, сука. Тихо ли он? Ну все, смотри, по патронам у меня хорошо. Правда... Правда, подожди, я не понял, а зачем? А, еще вот я медальон пропустил. Это... Подожди. Аккуратно, Леон. Не шути так, ну его в жопу. Я понимаю, у меня спрей есть на складе, у меня все с этим, в принципе, хорошо. Внизу. Где-то внизу. Где-то вот тут. А, вот тут в кармашке. Старая курительная трубка. Окей. А где? А, вот и где-то тут медальон. А, где? А, он не тут, он, блин. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Медальоны надо. Вот он, где-то тут. Я не удивлюсь, если он будет... А, все, я понял, кажись, где он. Вот он. И пятый у нас возле этой. Так, еще одна шестигранная. Подожди, а это что, сундук? А, не, показалось. Все. Это опять, короче, в обход идем, да? Много слишком, видишь, получается лишней беготни. И последний жетон у нас вот он. Мы сейчас к нему вернемся. Все. Все прекрасно. Патронов не хватает. Спрыгни, пожалуйста, Леон. Что ж ты иногда такой тормоз? Ебать, а чё так змей много?
Нихуя себе. Неплохо, неплохо. Так, ну смотри. Все, мы можем возвращаться назад. Топливо я взял. Там все эти сокровища я все забрал. Ой, что вот тут сейчас будет? Не, ну... Опа-на. А, мне еще одна деталь нужна. Ой, блядь. Блядь. Мне еще одна деталь нужна. Нихуя не вижу. Ну а рыбку взять нельзя? На закуску. А, ну смотри, у меня... Так, 3 змеи мне надо, 2 я могу сожрать. У меня есть 2 спрея. Так, яйцо еще есть. Патроны, 2 обоймы. Ну, тут где-то жетон. Точнее, медальон. А точнее, сука, где ты? Это вот это к чему я сейчас подходил. Да, ну все ли он? Понял. Понял ли он? Понял. Поехали. Так, у меня есть 1 отмычка. Где мне взять еще отмычек? Вот этого я, если честно, вообще не понимаю. Ой, блядь, поехали. Это будет сейчас пиздец. Я уже понял, что тут будет рыба. Ну, пиздец. Вот она, блядь. Ой, блядь. Леон, давай что-то думать. И? Мы так будем... Ебать, дракон. Ебать. А, гарпуны. Попал. Попал. Не попал. 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 Промазал. А, двигаться влево-вправо еще. Отлично. Много закинул. Ебать, а как вот в этом случае уклоняться? Где ты, сука? Где она, мразь? Вот она. Попал. Целиком сожрать решил. Да иди в жопу, блядь. Блять, что с ним делать? Да вот как уклоняться? Я не пойму, как уклоняться. Блять, куда я попал? Тихо. Я ж слежу за этой тварью. Я не слежу, получается, за вот этими бревнами. Блять, не попал. Попал. Сколько у тебя хп, мразь? Блядь, не попал. 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 Так, ждем. Куда ты делся? Вот он. Нет. Вот он, блядь. Успею еще одну? 2 даже успел кинуть.
И это все? Что? О, Леончику плохеет. Походу, тот паразит начинает действовать, наверное. Ну или он просто устал, ему нужно поспать. Если честно, какая-то очень легкая рыба. Глава завершена. А, печатная машинка. Получается, я ж тебе говорю, что то надо было выбирать этот хард сложность. Слишком просто, прям очень просто. Агнец, ты примешь нашу святую плоть, все начнется сейчас. На рассвете ты тоже станешь одним из нас, обретешь мой священный дар навеки. Да иди ты нахуй. Все в порядке, Леон. Тебе просто приснился кошмар. Заводи свою лодку, поехали, что нас там дальше ждет. Так, у нас лодка тонет, Леон. Прекрасно. Не, рыба реально легкая. Я вообще не знаю, какие тут должны были возникнуть трудности. Алло. Гнездо, это Кондор-1. Как слышно? Кондор-1, ты 3 часа не выходил на связь. Я спал. Как ты там? Прости, я в норме. Это не повторится. А церковь? Как раз ищу, чем ее отпереть. Поняла. Рада, что ты цел. Отбой. Давай, давай. Давай, давай, давай. Я вообще реально не понимаю, что тут должно было. А что вот тут у нас? Вот это что? Мы тут не были. А, и вот залив. И вот центр что-то есть. И вот... Да мне лодка нужна. А, вот она. Все, вот мы идем туда. И будем возвращаться назад. Ключ от церкви. Да я понял. А, фуражка этого полицейского. Давай, давай. Вот патроны мне нужны. Хотя, в принципе, у меня есть ТМП. У меня есть ТМП. Я вот думаю, как нам... Как нам вот это все так проверить, чтобы ничего не... Во, значит, сюда и начнем. Не хочется ничего пропустить, понимаешь? Я имею в виду, если что-то вот будет, бочки те же. Ну я вот слышу. Я не пойму. Где они? Куда я иду? А, во, это я иду сюда. Где они, блядь, шепчут? Ну они, походу, где-то вот там внизу. Че по патронам? По патронам норм. Ну, если их будет много. Это красная трава. Стопэ. А, мне ее некуда. Блядь, слышишь, мне надо избавляться от этих. Так, ну, в принципе, тут я посмотрел, там я посмотрел. Даже если какие-то бочки я упустил, хрен с ними уже. А ТМП на 2, все. Это что за нам?
И как с ним бороться? Ебучий пылесос. Сколько патронов я проебал. У вас ТМПшки имба получается. На изи убивает. Короче, у нас... Чего, бля? Да вот того, Леон, того, бля. Ебучий случай. Короче, путь будет доводки интересный. Блять, а как же их гасить по-быстрому? Мне просто патронов, ну, не хватит. У меня хоть они и есть, как бы в достатке. Что это за место? Да откуда я знаю? Опа-на. Святилище, что ли? Кстати, похоже. Я так понимаю, это то, что мне нужно. Тот же символ, что и в церкви. Две руки. Сюда, короче, что-то надо. Блять, мне торговец нужен срочно. Озеро. Ну и что? А, это что-то находит. Я понял. Осмотрите две точки. Так, приблизь, пожалуйста. Да, нам сюда пошли. Пошли, да, точно сюда? Точно. Но я же говорю, нам придется в любом случае возвращаться. Это как... Ебать, я нашел этот ключ, который подойдет. Патроны для ПП. Редкое золотое куриное яйцо. Угу. Где я тебе его высру? Смотри, что мы делаем. Мы сейчас плывем. А, это загадка, это не сюда. Короче, вот сюда мы сейчас плывем. Пока прямо. А, это куда я заезжал перед этим. Я не знаю, что это было, кстати. Вот, мне нужно сюда. Я надеюсь, тут никого? Ну, как по звукам, вроде все тихо. Подожди, в смысле? А, подожди, да. В прямом смысле. Ну, тут никого. Red 9. А, у меня места нет. Ну, в принципе, он мне не нужен. Получается, да? Блять. А он мне, я думаю... Да отвали ты, блин, да я перемещу. Ну вот я могу его взять. Я его продам. Так и нахуя я сюда приехал? Ой, бля. Мне сюда, и сюда, и сюда, и пиздец. А вот тут что? Вот это что? Вот это что? Я вот тут не пойму, что это за локация. Или это наш торговец? Не знаю. Вообще, чувак, не пойму, если честно. Если честно, я не пойму. Пытаюсь понять, но... так, разворачиваемся полностью. А, это туда. Все, подожди. Все сюда. Вот там что-то, вот. Или вот. А, нет, вот.
Давай, Леон. А вот и яйца. У меня места нет. Мне срочно нужен торговец. Золотое яйцо. Это я возьму. Коричневое яйцо. Знаешь, что я предлагаю сейчас сделать, проверить? Смотри. Ну вот это понятно. Что вот это? Вот там все завалено. О, вот это что? А, песеты. Давай сюда съездим. А я не знаю, что это. Вот в чем минус. Я не знаю, что это. Поэтому нет. Едем мы. Давай. А, ну все, нам по прямой. А можно метку как-то поставить? А, я понял. А можно поставить R? Нет. Alt. А, все, вот. Вот так мы плывем. Все, туда мы плывем. По идее, все правильно, да? Ну да, правильно. От поселения мы плывем назад. Жестко. Если честно, жестко. Тихо. Вот тут где-то что-то. Вот. Смотри. Мы сейчас сюда заплывем. Торговец. Вот он, сука, мать твою. Ты-то мне и нужен. Просто пиздец, как ты мне нужен. Где ты? Значит, ты вып. Конечно. Отлично, чужак. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Тебе нужно три гадюки. Нам как раз то, что нужно. Молодец. За хорошую работу. Отлично. Надо хорошо платить. Отлично. Смотри, это я куплю. Этот товар у это меня я есть куплю. Хороший размер. Это я куплю. Но главное ведь, что внутри. Арбалет, да? Я куплю. Куда ты это положишь? В карман? У меня все товары высшего качества. Сейчас уверяю я тебе тебя. Скажу, куда я это положу. Драгоценности не пригодятся тебе. Спасибо. Что у меня такого тут лежит? Я куплю, пожалуй, этот. Хотя зачем он мне нужен? Тебе там весело, черт? Песни напевает. Ты смотри, там не сдохни, ты мне еще пригодишься. Будешь продавать мне всякое. Красную траву я оставлю. Улучшить нож. А, не надо чинить. Ну и все, как бы. Мне больше покупать нечего. Приходи в любое время. А, подожди. Привет. Обменник есть что-то? Мощный прицел. Но это я потом куплю. Сколько? Спину жутко ломит. Каратель. Что поделаешь? Старость не радость. А его можно посмотреть? Да я это все выполнил. А как? Чем еще? Подожди. Могу служить? Я хочу посмотреть на его характеристики. Ну ладно, это мелочь. Понимаешь? Ресурсы. Не все можно купить за деньги. Отдачу. Но это нужно. Это поможет тебе доброго. Доброго, да. Ай, сука, как оно много места занимает. Пиздец, мне не хватает опять нихуя. Да, сохраниться надо.
Ой, надо сохраниться, надо выложить вот это. А мне это все нужно. Мне нечего пока выкидывать. Так, давайте сохраняться и за это заканчивать. Будем продолжать уже в следующей серии. Все, ребят, ссылки находятся все там же под видео в описании. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки. Можете также подписаться на паблик ВК, если захотите. Всем приятного просмотра, друзья. Всем пока.